Ну что, привет, мои хорошие! Добро пожаловать в мое новое видео «Заготовка еды в морозилку на месяц», а может даже и больше. В этот раз заготовка у меня перед родами. Роды уже совсем-совсем скоро. И чтобы облегчить себе жизнь после рождения ребенка, чтобы не стоять у плиты часами, я делаю вот такую огромную заготовку еды в морозилку. А начинаю я с сырников. Сырники у меня будут двух видов, с изюмом и с молочным шоколадом. Я делаю на 12 пачек творога. Творог мягкий, поэтому не требовалось его никак измельчать блендером до однородной консистенции. Все точные пропорции и граммовки вы найдете в описании к видео, поэтому заглядывайте туда, там все будет. Спустя ночь сырники застыли, и я их перекладываю в пакеты с зип-застежкой. У меня получилось ровно 40 сырников, 20 с молочным шоколадом внутри и 20 с изюмом. Я их не подписываю, так как просто беленькие сырники, понятно, что это с шоколадом, а с вкраплениями изюма, понятно, что это сырники с изюмом. Все, убираю пакеты в морозильную камеру для хранения. Дальше обязательно в заготовку я делаю блины. У меня блины будут тоже с двумя разными начинками. Первая начинка у меня будет грибы, лук и яйца, а вторая начинка будут блинчики с мясом. Мясо у меня это филе бедра индейки, просто тушу на сковородке с репчатым луком и специями. Получилась очень-очень вкусная начинка. Блины я делаю на кипятке, у меня идет 1 литр молока и 1 литр кипятка. Недавно приобрела вторую такую же сковородку. Мне очень нравится фирма «Мечта». Если что, кому интересно, брала на Вальберис. Очень нравятся эти сковородки. Стоят недорого, брала за 1200 рублей. На двух сковородках, конечно, гораздо удобней печь блины, гораздо быстрее. В прошлый раз в заготовку я делала блины на одной сковороде. Конечно же, это очень-очень долго. Я безумно-безумно устала. Но сейчас в моем положении очень тяжело и так стоять на ногах. Я, если вы успели заметить, в компрессионных чулках. Поэтому на двух сковородках было гораздо быстрее и удобнее. Подготавливаю начинку для первой партии блинов, грибы. Тушу на сковороде до выпаривания влаги. Добавляю специи по вкусу. У меня это чеснок сушеный, куркума, черный молотый перец, соль. Также нарезала мелко зеленый лук и отварила куриные яйца. Яйца очищаю, мелко нарезаю и добавляю в начинку. Попробовала начинку идеально по специям, по соли, поэтому больше соль я не добавляла. Все тщательно перемешиваю и можно фаршировать блинчики. К сожалению, у меня пока что нет специальных контейнеров в заморозку. Знаю, у девчонок бывают такие контейнеры, даже которые закрываются. Очень удобно замораживать продукты. Но я обхожусь пока тем, что есть. Это такие доски обычные для нарезки продуктов. Я просто их застилаю пакетом, выкладываю сверху продукты, чтобы они не прилипали к самой доске, и накрываю также обычным полиэтиленовым пакетиком сверху, убираю в морозильную камеру. Первая партия блинов готова, уже замораживается, и муж помогает мне перекрутить мясо на мясорубке для второй партии блинов. У нас осталось полкило фарша из бедра индейки. Мы покупали килограмм мяса, поэтому ровно полкило я заморозила. Это очень удобно. Можно будет приготовить потом совершенно любое блюдо. Также я решила натереть сыр на крупной терке и добавить фарш, когда он остынет. Все перемешала, начинка готова. И такая получается у меня начинка в этих блинчиках, сырно-мясная, очень-очень вкусная. Когда будем блинчики обжаривать на сковороде или разогревать просто в микроволновке, так как блинчики готовы, по сути, их можно разогреть и сразу кушать, то вот этот сыр, он будет плавиться, тянуться и будет очень-очень вкусно. Я думаю, это будет просто объедение. Вот блинчики как раз я подписываю, потому что их по внешнему виду не различишь. Я запомнила, где какие у меня блинчики замораживались. Все подписала блинчики и убираю в морозильную камеру. Дальше будем готовить с вами самую любимую заготовку полуфабрикатов моего мужа. Он очень просил, заранее просил меня ее приготовить. Это рулетики в беконе. Мой муж просто обожает это блюдо. Оно получается безумно вкусным, сочным. И так как я ее готовлю нечасто, он очень-очень ее любит. Все очень просто. Покупаете филе куриное, нарезаете вот так вот вдоль, чтобы получились такие плоские как бы пластиночки. Дальше вы их отбиваете, посыпаете любимыми специями, солью с двух сторон. И добавляете творожный сыр, у меня крем чиз. Все пошагово вы можете увидеть на видео, как я делаю. Ничего сложного. Специями посыпали, добавили творожный сыр. И потом просто закручиваете рулетики, добавив бекон. Бекон у вас получается будет снаружи. Убираем в морозильную камеру. Потом достаем, выкладываем в форму рулетики. И сразу в духовку. При 180-200 градусах ориентируйтесь по своей духовке. Их нужно готовить где-то примерно около часа. И потом смотрите внимательно, как вы хотите, чтобы они были более румяные. Пробуйте, готовы, не готовы. В общем, ориентируйтесь по своей духовке. Но это блюдо просто наивкуснейшее. Я вам очень советую его приготовить. Спустя ночь, когда рулетики застыли, убираю их в пакеты с зип-застежкой, и все, рулетики в заготовке у нас тоже теперь есть. Купили с мужем 3 килограмма окорока свинины и 3 килограмма филе куриного. Будем крутить фарш. Также подготовила для пельменей 2 маленьких картофелины. Уже их нарезала так, чтобы они проходили в мясорубку. Подготовила 2 луковицы, тоже нарезала. И несколько зубчиков чеснока. Это если вы любите в пельменях чеснок. Эти овощи я подготовила специально, во-первых, для сочности, а во-вторых, для того, чтобы в конце, после мяса, их прокрутить в мясорубке, чтобы весь фарш вышел. Откладываем 2 килограмма куриного филе и 2 килограмма фарша свиного для котлет. Прокручиваем овощи в оставшийся фарш пельменный. Также у нас осталось немножечко фарша, из него я сейчас делаю фрикадельки. Для пельменного фарша понадобится 2 яйца, соль, перец, овощи, которые я показала. Очень тщательно вымешиваю фарш, чтобы он был такой вязкой, однородной консистенции. Работаю обязательно в перчатках, мне так гораздо приятней и удобнее. И пока убираю фарш в холодильник на полчаса, чтобы он настоялся, я леплю фрикадельки. Добавляю 1 яйцо, соль, перец по вкусу и все. Очень тщательно размешиваю фарш и начинаю лепить такие маленькие кругляшки, фрикаделечки. Очень удобно, быстро будет потом приготовить супчик с фрикадельками. Подготовила все для того, чтобы сделать тесто на пельмени. Масло растительное, соль, кружку для кипятка, так как у меня будет тесто заварное. Яйцо, муку подготовила. Будем замешивать на полкило муки. И потом мы с мужем сделали еще одну партию теста, еще на полкило. Поэтому смотрите на такое количество фарша, как у нас на 2 килограмма. Замесили мы тесто на полкило муки, это оказалось маловато. Поэтому смело можете замешивать тесто на килограмм муки. У меня есть вот такая пельменница, я ее покупала к прошлой заготовке. Очень мне нравится делать на этой формочке, лепить вручную я не очень люблю. У меня пельмени получаются не особо красивые вручную и очень-очень долго получается лепить пельмени. И тут еще такой лайфхак решила попробовать. Фарш выкладывать через пакет. Это настолько быстро, девчонки, настолько удобно. Я в прошлую заготовку выкладывала из чайной ложечки фарш. Это очень-очень долго, получается не одинаково. Где-то вылазит, где-то ты замораешь тесто, и потом оно не склеивается. А из пакета выдавливать очень удобно. Просто в обычный пакет выложила немножечко фарша и вот так вот выдавливала, как через кондитерский мешок. Очень-очень удобно. Спустя ночь достаю пельмени из морозилки. Вот такие красавчики получились. Невероятно собой горжусь. Горжусь мужем, что мы это сделали. Получилось у меня 2 больших пакета пельменей. Я решила посчитать. Мне было интересно, сколько же их получилось. В общем, девчонки, почти ровно 300 пельменей. В одном пакете 144, в другом 150. И как раз у нас было где-то вот несколько пельменей бракованных, штучек 5, наверное, 6 как раз. И вот если бы они получились у нас нормально, то было бы ровно 300 пельменей. Это невероятно классно, когда в морозилке есть заготовка домашних пельменей. Дальше будем с вами заготавливать куриные бедра в 3 разных маринадах. У меня здесь 18 куриных бедер без голени, но с кожей. Я решила кожу не убирать, так как запекать, может быть, я буду без фольги, и чтобы вот корочка была хрустящая, румяная, чтобы не были бедра сухие, чтобы они не высохли в духовке, я решила не убирать в этот раз кожу, хотя обычно я ее всегда убираю. Все 3 маринада вы можете найти, как я уже сказала, рецепты в описании к этому видео. Поэтому, девчонки, там все будет подробно. Смотрите, все граммовки, пропорции будут в описании. Первый маринад у нас идет на кефире, второй маринад идет соево-медовый с горчицей и третий маринад с лимонным соком и специями. Очень вкусные маринады, поэтому посмотрите в описании, там точные граммовки. Я уверена, вам понравится. Перед тем, как отправлять пакеты с куриными бедрышками в морозильную камеру, я убрала эти пакеты в холодильник, чтобы курочка еще пропиталась вот этими специями, соками, чтобы она была нежная, вкусная и сочная. И потом, как раз перед сном, я убрала эти пакеты в морозилку. Из-за того, что у меня осталось немного фарша пельменного, я решила сделать бутерброды с фаршем в заморозку. Это очень удобно, очень вкусно, очень выручает, когда нет времени, например, на завтрак. Просто достаем эти бутерброды из морозилки, выкладываем, убираем фольгу, выкладываем на противень бутерброды, сверху посыпаем натертым сыром и запекаем 25-30 минут в духовке при 180-200 градусах. Смотрите, чтобы фарш приготовился. Фарш должен быть изначально сырой, сыр должен расплавиться, и они получаются невероятно вкусными, сочными, сыр тянется. В общем, я уверена, вам понравится. У меня получается на такое количество фарша, которое осталось, ушла вся буханка хлеба. Получилось 10 бутербродов с фаршем. На хлеб намазываем кетчуп, майонез. Дальше выкладываем фарш таким небольшим слоем, но и не маленьким. А дальше выкладываем соленый огурчик. Сверху потом, как я уже сказала, когда буду готовить, посыпаю твердым сыром перед тем, как доставать из духовки. Все очень просто, очень быстро. Бутерброды готовы. Следующая заготовка у нас будет, это как раз таки котлеты. Для них мне понадобится 3 луковицы, 4 килограмма фарша, 2 из которых свиной и 2 куриный, 3 куриных яйца, специи по вкусу. У меня это чеснок сушеный, паприка обычная, черный перец молотый, соль. И я делаю с манкой в этот раз. Взяла на всякий случай еще одну упаковку закрытую, вдруг мне не хватит. Но наперед забегаю, мне хватило моей открытой упаковки, поэтому там мне не понадобилось. Еще котлеты я, бывает, делаю с хлебом, как, думаю, многие это делают. В этот раз решила сделать с манкой. Измельчаю в блендере 3 луковицы. Добавляю к фаршу 4 чайные ложки соли без горки, так как знаю, что на 1 килограмм фарша обычно добавляют 1 чайную ложку. Это уже проверено и получается всегда вкусно. Добавляю побольше так перца черного, мы любим, чтобы не было пресно, чтобы было так со стринкой, может быть, немножко. Добавляю остальные специи. И пытаюсь как-то вымесить фарш, потому что миска у меня получилась для этого количества фарша не слишком большая, но я все-таки как-то пытаюсь, умудряюсь все это перемешать, размешать, вымесить хорошо, чтобы фарш был такой клейкий, липкий, тягучий. Добавляю 10 столовых ложек с горкой манки, как раз у меня вся вон та открытая пачка на это количество фарша и ушла. Подготовила 2 большие доски, обернула их пищевой пленкой и начинаю лепить котлетки. Вначале я делала по одной котлетке, обваливаю в панировочных сухарях, но потом я поняла, что так делать очень долго и каждый раз мыть руки в перчатках, это неудобно. И я решила делать по несколько котлет. Смачиваю руки водой, леплю котлеты, выкладываю их вот так на тарелочку и потом уже, когда сделала, например, котлетки 4-5, уже потом обваливаю их в панировочных сухарях и выкладываю на доски. Очень удобно, очень быстро получается. Вот такие красавчики получились. Я безумно довольна такой невероятной заготовкой, я безумно горжусь собой, горжусь мужем, благодарю его просто невероятно за такую огромную помощь в этот раз. Если бы не он, я бы все это делала гораздо-гораздо дольше. Он мне очень сильно помог с мясом, все мясо перекручивал, помогал мне с пельменями. В общем, я ему очень благодарна, конечно. Такая огромная получилась заготовка котлет. У меня получилось 2 таких пакетика и еще 2 пакета с зип-застежкой. Котлеты все сделала одинаковые, без начинки. Решила в этот раз сделать вот такие простые, обычные котлеты в панировке. Вот такая огромная заготовка еды в морозилку на месяц, а то и больше перед родами у нас с вами сегодня получилось. Здесь у нас 2 огромных пакета с пельменями, 3 пакета с куриными бедрами в маринадах различных, 4 пакета по 2 вида сырников с шоколадом и изюмом. Блинчики с мясом, 2 больших пакета, блинчики с грибами. Еще 1 пакетик блинчиков у меня остался в морозилке, я потом увидела, что его не достала. Так что 3 пакета с мясом блинчиков. Рулеты в беконе, 2 пакета, фрикадельки, 4 пакета котлет и 10 бутербродов с фаршем. Просто невероятная, глобальнейшая заготовка. И также не забываем про фарш из филе бедра индейки, который мы делали, целых полкилограмма. А я благодарю вас за просмотр. Пишите ваше мнение в комментариях, что вы думаете по поводу этой заготовки. Не забывайте про мой телеграм-канал. Я вас всех там очень жду. Всех целую. Пока-пока.